Фестиваль «Весна» в Юргу проходит в рамках городского фестиваля «Весна студенческая». Здесь каждый студент вуза имеет возможность проявить себя и свои таланты. Проходит он обычно в два этапа – отборочный тур и конкурс. Последний определяет, кто будет представлять Юргу на городском уровне. Первый конкурсный день начался с музыкального направления. Было подано большое количество заявок, но на конкурсный день прошли, к сожалению, не все. Сегодня тоже очень насыщенный массовый конкурс, и ребята выступают в разных жанрах. Это и авторская песня, это и эстрадный вокал. Ребята поют классику, это очень замечательно, и, конечно же, победит сильнейший. Открывал конкурс ансамбль «Примавера». После выступали ребята под собственный аккомпанемент, играли на гитарах. Песни звучали разные, от всеизвестных классических до молодежных и популярных. Песня была моя про родину. Мне главное было передать чувства, чтобы каждый прочувствовал про своих дедов, про отцов, что все течет, а река остается, и все уходят, но мы через друг друга эти эмоции передаем. И главное было, чтобы каждому мурашки пробежали. Далее перешли к эстрадным песням, исполнение которых некоторые участники разбавляли подтанцовкой и небольшими постановками. Кроме композиции на родном русском языке, зал слышал французский, английский, украинский. Эмоции счастья, потому что я люблю песни, и для меня это очередная возможность выйти на сцену, поделиться своими эмоциями, еще и иностранным языком. Несмотря на еще действующие ограничения, конкурсанты не остались без зрителей. Соблюдая ограничения рекомендаций, студенты и преподаватели пришли поддержать выступающих. Концерт мне очень понравился. Все участники подарили весеннее настроение. Все очень талантливые. Я очень рада, что пришла на этот концерт. Конкурс проходит в течение 3 дней. Участники сразятся в танцевальном, театральном и музыкальном направлениях, а также в номинации «Оригинальный жанр».